Ну вот, друзья, дошел я наконец до своей черешни. Вот эти вот красивые досточки. Попробую сделать блюдце небольшое. Лепестки у меня просили. Вот из такого небольшого, ну сколько тут, 22 сантиметра. С помощью шара буду показывать, как это получится, не получится. Ну вот, прошло минут 7. Я выбираю контур шаром. Надо прижимать шар аккуратно, смотреть направление. Направление движения аккуратно, с ним работать, вот с этим шариком. Пахнет черешней. Поехали дальше. Выбираю все шаром, вот эти вот контуры. Основной контур выбран, внутренность. В самой выборке сложного ничего нет. Теперь доводка шрифтой всякими разными. И заметьте, что я прикрепил заготовку саморезами в трех местах, чтобы она не гуляла. Лучше струбцины плавают, бывает от вибрации. Так что теперь приступаю к шлифовке. Ну и вот лобзиком обошел контуры. Получился такой листочек. Красивый, некрасивый в природе. Всякое бывает. Вот такой вот тут трещинка оригинальная, черешневая. Блюдце листок остается шлифануть. Всем добра!